Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я расскажу вам, как кадрировать ваш объект и добиваться наилучшей композиции. Есть кое-что под названием «Правило третей». И это даже не что-то новое. Об этом известно давным-давно. Этим пользуются все кинематографисты и фотографы и компонуют кадры для более интересной композиции. Короче, если вы разделите кадр на 9 равных частей, то получите 4 точки пересечения. Они-то и важны для вашей композиции. Вместо того, чтобы тупо размещать предмет в самом центре, попробуйте разместить его в этих точках. Или на линиях. Это годится для портретной съемки, годится для пейзажной. Вы можете применять это везде, где хотите. Вот пример того, как легко и просто улучшить композицию. Все, что я сделал, скомпоновал кадр так, чтобы глаза оказались на точках пересечений. В результате гораздо более эффектная картинка. При съемке пейзажа постарайтесь расположить горизонт на линиях. Немного практики, и даже вы сможете стать мастером композиции. Я гарантирую вам, что это сделает вашу композицию гораздо интереснее. Проверяйте блог, там есть подробности обо всех его видео. Если у вас есть вопросы, оставьте мне свой коммент, и я отвечу. Спасибо, что смотрите мои видео. И не забудьте кликнуть по кнопке «Подписаться». Если вам понравилось, можете смело делиться этим видео. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Ну, давайте, ребята, и всего вам. Пока.